Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть GTA 4. Только что мы в прошлой серии так приобрели комнату, должны были приобрести комнату у Playboy, так как мы его завалили. Так, собрался поискать в сети домашнюю порнушку. Вот так. Что-то про нас пишут. Так. Нашу разборку все надо менять домашнюю страницу, что ли? Так, хорошо. Так, ладно. Прогружается. Да как так-то? Ладно. Сейчас мы поедем за новым заданием. И чтобы не утруждать вас этими поездками, я буду их пропускать. Ну давай, может тебе с сестрой моей погулять в бар, ее своих я не знаю, она редко выходит из дома. Ух ты, мне прилетело. Ну менты, давайте разбирайтесь, вытаскивайте его, бейте его, только чтобы я машину расфигачил. Ладно, давайте пропустим момент моей поездки. Итак, берем задание. Что же ты мне предложишь? Ух ты, какой влиятельный большой человек. Давай. А я уже в галстуке, да. Так значит, ты воевал. Воевал. Тебе-то какое дело? Хочешь использовать мои бойцовские навыки? Сейчас используем тебя по полной. Какое-то сообщение. Сообщение. Проверяй почту, брат, для тебя есть работа. Для меня есть работа. Так, ОС газета. Да что там задрали так? Давайте. Стой. Кстати, ничего необычного. Бегаю по улице с пистолетом, да. Полиция смотрит на это нормально. Так, оружие. Нет, не оружие. Мне надо не оружие. Мне надо одежда. Персей. Давай в Персей. В Персей едем. Что же? Переоденемся, а то я все в крови. Давайте глянем, что нам надо на самом деле. История. Ну, чтобы сменить пункт. Так, скоро вам пришлют фотографию цели. Прочитайте сообщение, когда получите. Хорошо. Тихо. Персей. И так. Давайте оденем на этот раз светлый костюмчик. Вот так вот. Берем. Что тебе надо? Я сейчас тебе в голову стрелю, тварь. Так. Ну хорошо, так сойдет. Так, рубашка. Брюки-то есть светлые? Ну, ладно, давай, хрен с тобой. Хотя, ой, вот. Хитмен. Вот так вот, все. Туфли. Так, заткнись. Может, я что-нибудь еще себе найду здесь. Ладно, бог всем. Идите вы лесом. Что мне там пришло читать? Это ваша цель. Найдите и уничтожьте его. Найдите полицейскую машину. Хорошо. Так, ладно. Я не буду вас озадачивать поисками полицейской машины. Вот.
Поэтому промотаем тот момент, когда я ее уже найду. Итак, где же я достал машину? Вот здесь всегда есть полицейские машины. Давайте посмотрим на карте. Вот здесь вот. И среди них есть незапертые. Вот тут только угадать надо. Посмотрим, нету ли ментов. Так, тихо-тихо, отойди. Вот давайте вот эту посмотрим. Ну, так, тихо. Что, все закрыли? Кто-то увидел меня. Ладно. Все, мы бежим. Тихо. Убегаем. Без паники, без спешки. Пока нас догонят, меня уже не будет. Вот так. Все. Машину нашли. Покатались на автобусе. Хотели воспользоваться грузовиком. Воспользуйтесь полицейским компьютером, конечно. Так. Воспользоваться. Как он? Пользоваться-то им. Так. Вот так. Выясните местонахождение цели с помощью полицейского компьютера. Чтобы найти человека изображенного, выберите поиск досье. Так, поиск досье. По фотографии. Так. И что нам выдаст? Перемещение, выбор. И местонахождение. Найти. Все, нашел. Показано на радаре. Хорошо, все. Легко и быстро. А теперь сирену. Мы поедем с музыкой. А, кстати, здесь музыки нет. О, как им скучно живется. Так, газета. Ой-ой-ой. Тут тусовка. Итак, у нас там получается сходка большая. Их всех надо завалить. Так. Лучше кое-какие услуги бы оказали. Так. У них есть машина, они могут смыться. Или как? Или мне штурмом что-то брать тут надо? Давайте посмотрим. Может, с соседнего здания можно поснайперить на них. Чтобы не врываться так в бой бездумно. Вот вроде что-то там, вот как-то можно пойти туда. Сейчас объедем, посмотрим, что это за здание. Найдите. Я думаю, полицейская машина там мне уж больше по ней не нужна, наверное, я так думаю. Так, ну давайте посмотрим. Вот вроде лесенка есть. Осталось. Ну, машина могла бы протаранить бы уж. Вот так, вот сюда подгоним, чтобы если вдруг, мало ли, ну я бы мог залезть. И тут все приготовлено уже для меня. Да не туда, тут ты такой болен. Вот так, подтягиваемся. Так, по какой ли, какая... Ага, а я что, зря подъехал? Ни одна из лестниц не ведет до конца. Хорошо, давайте посмотрим. Здесь. Вот здесь лесенка есть. Я так думаю, разрабы специально сделали так, чтобы это были несколько вариантов. Ух ты, смотрите, я что-то нашел здесь. Броник. Вау, сэкономил. Так, ну и все. Я так понимаю. Ага, так, минутку. Если я допрыгну, чисто теоретически, то смогу забраться наверх. Так, только куда мне прыгать? А туда? Надо разбег. Или сюда, но без разбега. Пробовать-то как-то надо.
И Скуби-Дуби-Ду! Не смог. Ой, кстати, смотрите, я даже практически не пострадал. Так. Ага. Вот сюда сейчас на машине-то и подъехать-то поди. Так. И... вообще бы здорово бы было. Так. Здесь нет. Дорогу надо перегородить. Чем-то тяжелым. Так, хорошо. Машину туда подгоним. Будем делать приготовление к этой миссии. Очень интересные. Их там много. А я один. И мне моя жизнь, ой, как нужна, целая и невредимой. Нате вам всем. Так. Посмотрим. Сначала вот так вот загоним машину. Теперь надо еще одну подопрем. А так разве можно было? Ой-ой-ой-ой-ой, какие слова-то. На. Перезарядим. Я с безопасного расстояния по вам. Ой-ой-ой, рука дрогнула. Давай. Есть. Да быть не может. А за что? Да. Кто-то там еще высунется? Не высовывается, ладно. Так. Эти двое не высовываются. А кто по мне стреляет? Вот он. Да. Тихо. Лег. Ну куда ты из дробовика-то? Да с такого-то расстояния. Дебил. И давайте вот. Вот я поднялся. И еще разок. Ага, ты не хочешь высовываться, хорошо. А кто хочет? И этот не хочет, ага. Тихо. Блин. Давай, еще разок. И ты теперь. Еще разок. Я пробил его хоть здесь. Так, теперь туда подняться. Ага. Не получится. Вот машина. О, кстати, я могу уже оттуда напасть. Сверху. Так что все нормально пока. А ты как думал? Больно, надеюсь? Ну ты не обижайся. Давай. Следующий. Где вы? Еще один. Где ты? За будкой, тварь. Вот он. Нет. Давай, выходи. И прячемся.
Ой, это ты где? Да, убил тебя только потому, что вы по мне стреляли. А ты хотел в живых остаться. Так, миссия пройдена. Можно идти вот это для снайперки патронов опять закупить. Ой, да, все я сделал. Ты... Yes. Да, конечно. В таком случае ты стал гораздо ближе к тому, кого ищешь. Я знаю. Поздравляю, до свидания. Мне твои поздравления не нужны. Так, идем к следующей миссии. Итак, миссия нам сама попалась. Брата схватили, держат. Так что миссия у нас уже есть. Едем к брату. Место назначения. Нет проблем. Давай, вали отсюда. А я пока осмотрюсь. Так, где у меня? Вот, сойдет, надеюсь. Где ты? Наверху? Сколько вас? Блин, вон туда, да? А тут все заминировано, ага. Хорошо. Ну давайте посмотрим. Меня тут ждут? Меня встречают? Ага, курит. Неплохо. Где еще? Тут везде газ, везде все может взорваться, так что... Ну, брата-то они не тронут. Не убьют, по крайней мере, сейчас вот так вот. Так. Вот так, на одной линии. Хорошо сработал. Вот так. Давай. Еще разок. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Ну все, так передвинемся маленечко. Блин, она не взрывается. На! Думаете, я с вами шутки буду шутить? Да хрен там. На! Недобиток. Теперь ты добиток. Так. Самое хреновое, это вот сверху то, что будет. Стреляют. Вот эти вот. Еще один. Смог вроде бы смог. Так, в бошку. Да. Еще кого-то отстреливаться, что ли? Блин, какие живучие вы. Давай. Че я тут соберу? Ой-ой-ой. Кто где? Кто где по мне стреляет? Так, не вижу. Есть. Так. Вот здесь вот где-то, да, он был? Вот вспышки вижу. Так он еще и не один. Давайте вот этого. Так. Давай, ну выходи из укрытия-то. Давай.
Давай. Вот так. Перезарядили еще разок. Перезарядили еще разок. Где? Я тебе такой факел устрою сейчас. Давай. Да. Где? Так. Давай, 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 высунься, высунься. Блин. Так. Есть. Давай. Чё, я тебя подзорвать? Кто кричит? Давай, давай, давай. Идем, 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 идем. Еще разок. Еще разок, где ты? Вот он. Так, неплохо. Неплохо, неплохо. Ну давай, давай, давай. Ты базарил бы поменьше. Да. Вот так. Тут кто-то стрельнул еще. Где ты? Тихо. Вот так. Блин, по мне гранаты хотели зафигачить. Давай. Он упал. На. Там гранату уронил, нет? Вы все на меня что-то козлоблены. А чё я вам сделал-то? Ты куда это? Да. Еще разок выразись. Кто там? Где? Что? Что тебе надо? О! И вот тебя еще только сбить надо. Вот неплохо. А выбежали тоже мне тут. Рыцари добра и света. Давай, давай, давай. Да. Ножки-то незащищенные оказались. Ахиллесова пята. Так. Ой-ой-ой-ой. Чего вас так много-то? Все свалились. Все свалились. Где? Где? Блин. Где? Лика, Лика. Я знаю, я иду. Очень радуется твоему приходу. Я вижу, прям салютируют. Не злите Зокхама. Да. Прятаться не умеешь, твои проблемы. Где? Нигде ты, ну. Из-за поворота сейчас выйдет. Прошу тебя, помоги мне. Целься аккуратно, чтобы убить похитителя. Конечно. Да. Так, сойдет. Так, я крут. Все, стирай штаны. Брат. Брат. Чем-то брат 2 напоминает. Такой плагиат. Ой-ой-ой-ой. Давай, Роман.
Шевели. Отвези меня домой. Вот так, а что, посюда можно было? Не воевать со всеми. Вот ни хрена себе. Я там с боем прорываюсь. Можно было просто отступить назад. И спокойненько так. Ни с кем не воюю. Ё-моё. Так. Вот так вот. Да и так, тот, кто будет играть, запомните, назад отступить проще и зайти с другой стороны. И никого не надо будет там гасить, свою шкуру в опасности подвергать. Так что давайте. Поездочка. Ну пошел отсюда. Ой, ну вот машина, заносы такие. Ладно. Идем, идем. Мы едем, едем, едем. В натуре три вагона. Что, Сала, проблемы есть? Вот так вот. По идее, на такси надо въехать-то. Такси, такси. Вези, вези. Тихо. Да. Что ты меня бортануло-то? Куда ты так спешишь? Ужас. Ужас. Так, ладно, машину дали нам. На ней поедем. Не будем перекладываться на такси и на другие элементы. Я надеюсь, недалеко осталось. Тихо. Не тот поворот. Прошу прощения, но я за это платить не буду. Отказываюсь. Так. Поворот. Что он нам несет? Омут или брод? Кстати, вот этот район очень похож на район Вайчдок. Да? Кто-то скажет, это старые игры. Старые игры, очень хорошие игры. Ретро. Само то, вот GTA 3, кстати. Там единственная миссия бесит, это вертолетик. Это же невозможно. Что за управление? Все. Давай, чуть-чуть. Вот так, вот так. Хватит. Все, иди домой. Посмотрим, дадут ли нам новую миссию. Ну, по крайней мере, на сегодня у нас миссии закончены. Увидимся в следующем видео. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Пока!